Сначала нажимаю на play, потом думаю. Всем привет, меня зовут Юля и добро пожаловать на мой канал. Как вы догадались по названию этого видео, вас ждет вторая часть влога из Москвы. Если вы не смотрели первую, тут будет ссылочка на видео. После видеофана происходило куча всего крутого у нас в Москве. Мы там еще были 2, по-моему, или 3 дня. Вот, так что надеюсь, вам понравится. Кстати, еще немножко новостей от меня. Очень скоро ждите большую съемку на Новый год со мной в журнале Selfie. В последнее время, кстати, я поняла одну вещь, что я люблю не только смотреть блогеров, но и узнавать новости о них. И все очень круто рассказывается на канале у журнала Selfie. Предлагаю вам подписаться на этот канал, и ссылочка будет тоже в описании. И, кстати, я предлагаю вам небольшой конкурс на сигны от меня. Я выберу кого-нибудь, кто подписался на паблик и написал в комментариях у них под последним роликом что-нибудь, я не знаю, связанное с моей фамилией, чтобы я поняла, что вы пришли от меня. Я выберу кого-нибудь случайным образом и свяжусь с ним и отправлю сигну. Все, не буду больше вам надоедать, смотрите влог. Да. Мы уже при... Ой, что? Забыла. Мы уже... Что? У нас уже видеофан уже закончился, да? Ку-ку. Видеофан закончился, мы приехали в Беверли. Растянулись на 4 столика. Еще очень страшненько почему-то. У меня все течет, я устала. Блин, я так туплю, вообще жесть. Я надо только писать. Ты знаешь, что говорить? Закончился. Видеофан уже закончился. Сейчас мы сидим в Беверли Хиллз. Ты взял? Я часто репетирую. Я не так делаю. Нет, я говорю на ходу, потом вырезаю 500 моментов там, где я просто молчу и смотрю в камеру. Потому что я туплю. Домой никто не хочет? Да, Настя? Да, не хочу. Спасибо за ответ. Я сообразила быстро. Да, в отличие от меня. В общем, мы уже вышли из... Знаете, сколько времени? Нашел вам влог, пожалуй, вышел. А Юля повозит. Я? Чуть не умерло. А было несложно. Страшный квест. Нет. Я не встал, но пойдем сядь. Скажите, похож. Ты можешь посмотреть, ты вспомнил его? Да, смеется. Да. Вы в курсе, что вам надо потереть экранчик? Потому что свет вымогляется. О, видишь? Видишь? Уже лучше. Вы прозрели, дорогие. Надо с вами потирать экранчик. Да харе. Сама ты харе. Это очень странно. Прыгни. Только что сидели. Вот я же тебе сказала, только полезла за телефона. Но я же снимаю влог. Да, конечно. Соберись. Только что сидели и пошел первый снег. Вы рады? Я у всех спрашиваю, типа все. Меня еще остались, даже после влога Димы, я готов еще раз порадоваться. Рад? Сука, да, я очень ждал снег. Ну, я так себе ждала. Сейчас у всех прическа, понимаете ли, это будет кудряшки, короче. Да блин, хочу тепло просто. Я думала, ты что-то скажешь. А не представляете. Хэштег телевизующий. Хэштег могу болтать о чем угодно и ни о чем одновременно. Все. У меня очень странная ручка. Это кто тебе так нарисовал? Я ни разу не показывала. Это я. Димго Ермузевич. Димка Ермузевич. Мы все научились разговаривать акцентом Димы, Юли и Али. У нас нет акцента. Потому что я не вижу... Доброе утро. Я уже в студии. Вот. Сейчас меня будут красить. И буду фоткаться. Пока что одна. Всех жду, как лох. Хотя сама опоздала. Все, пока. Я уже пришла на вторую съемку. Эта съемка у меня такая по... Вот фотограф.
эта съемка немножко более опасная, нежели в студии. Это на улице, еще идет дождь. Я полуголая, но неплохо все. Зато фотки очень крутые. Вот. Заходите, ссылка будет в описании, ВКонтакте, на мою страничку, там будут, наверное, уже фотки. Вот. Все, мы пошли работать, потому что холодно, все дела, пока. Ребята, угар. Мы зашли в какой-то супер элитный, как это, отель. Пошли. Нам разрешили тут пофотографироваться, правда, но это было зря, потому что свет тут говно, как вы видите. Но тут так лакшерно, слушайте. А еще тут очень клевый, блин, этот мужичок, я не знаю, как он называется, но типа... Блин, пропускной чувак, сейчас вы его увидите. До свидания. До свидания. Мы пришли в кафешку уже «Давай Лайма». Я уже пофоткалась, встретили Кирилла. Всем привет! Классный, да? Не могу. Да, засними его смерть. Наберем его. Попали под какую-то раздачу, сейчас будем петь песни на Новый год. Вот. А я такая певичка. Настроение просто угораете? Я певица. Угораете? Мы певички. Где? Вот. Я Марина and the Diamonds. А я... Я сейчас должна петь. Смотрите. Серьезно? Блин, ну какое прикольное медведька. Фек. Ого. Вот хочу под этот момент петь. Что с Новым годом? И годом. И годом. И с Новым. Блин, я не знаю, что придумать. 2016 год. О, смотри, 16-й год придет. Блин, мы не придумщики. Да сейчас приду, не приду. Блин, офигенно, зырьте. Как жизнь, привет. Классно, пока. Мы, короче, только что были. Ты знаешь, что не за песню? Я знаю, я не опубликовываю, даже нигде не показываю. Ты только что напела. Поставив. Услышали одно слово. С Франции вчера был тоже. Самое время начать снимать влог, когда ты в говно. Ой, это же Юля, она не пьет. Мы приехали к Кириллу, он нас по доброте душевной прилетел. Мило. Ты эти поставь. Взяли жрачку, будем жрать и наслаждаться жизнью. Шок. Реально шок. Да? Как у видеоблогеров настоящих. Не то, что ты. Да, не то, что я. У Кирилла уже тут Новый год. Можно твою комнату показать? Может, ты будешь делать какой-то... Нет. Обзор. Может, это тайна. Но я потом сниму поподробнее. Сегодня предпоказ, мы считаем премьера, мы увидим одни из первых в России. Ты говоришь, у меня прям мурашки. Последний фильм «Голодных игр», когда все остальные сучки увидят его только через 10 дней, а мы увидим его уже сегодня вечером. И будем такие писать в Твиттер, типа... посмотрел последний фильм «Голодные игры» за 10 дней до того, как вы это посмотрите. Ну и как бы... Сосите. Это было офигенно. Can you see it? Boxes on fire. The monsters in my head are scared of love. It's a revolution. Ну вот и все, мы уже собрались. Сейчас мальчики выложат фото. И мы поедем уже на премьеру. На «Голодные игры». Мы будем смотреть одни из первых, и это очень круто. Только что закончилась премьера. Фильм. Ну, хороший фильм. Ну, ничего такое. Тебе не понравился фильм? Очень, понравился. Вообще очень интересный, так много правильных диалогов. Ну, короче, сразу видно, что это последняя часть. Если бы полноценный фильм был, то бы все было бы наиболее эпично и интересно. А так все... Эва.
Очень Эва. Я здесь. Здрасте. Короче, мы досмотрели титры до конца. Это главное в этом фильме, иначе Дима нас убьет. Зачем ты сказала? Ну мы уже поели просто. А где? Дима, ты себя видишь? Дима. А вот ты. Сейчас мы уже едем опять к Кириллу. Потому что мы улетаем. Улетаем завтра в Минск. А тут похоже. Да, похоже. Я в куртке Эдварда от Эвы. Мальчики после голодных игр. Это просто... Кирилл теперь у нас бармен. Бармен, да. Будет готовить что-то очень клевенькое. Блин, арбузный сироп — это просто охренеть. Пользуемся тем, что дает мать. Донателла, I'm music, it's a mimi bella, I'm rich bitch, I'm me on the clock. Мы как-то необычным образом решили улететь в Минск. Поднимается Димко. Ой. Я последний раз летала лет 8 назад. Вот. Нас встречают каким-то, блин, дождем. Что? Прикольно. Нет, я не поэвэйс. Я монашка. Подождите, я приеду. Просто хочу показать твою пижамку. Пинчуку? Салфетчат, хей. Ку-ку. Уйдите, пошли. Я уже в Минске. Вот, классно придумала я способ начать снимать. Вот, так что всем спасибо за просмотры. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новом видео, пока.